Дорогая, поздравь меня. Я выиграл 2 миллиона. Собирай вещи. Радость-то какая! Поздравляю! А какие собирать? Летние, зимние? Собирай все и уматывай настрой. А я буду отмечать 2000 подписчиков. То есть, получается, я выиграл 2000 друзей, а не 2 миллиона. Имей 2000 друзей, а не 2000 рублей. 200. Столько должно быть уже у нас 201, но должно быть 200. Ну и фиг с ним. В общем, поздравляю вас! Здравствуйте, самые самые лучшие, золотые люди во всей вселенной и даже на планете Стикс. Потому что я попизоид с планеты Стикс, будете у меня в гостях, накормлю обязательно таким борщицом. Сегодня праздничный борщ, вот такой вот торт называется... Я колбаса, съешь меня. Вот. Съешь меня. Торт колбасный. О, 2 свечки, 2000. Я не суеверный, поэтому нормально. 2000 уже и даже немножко больше человек. Я очень рад. И в первую очередь хочу вам сказать спасибо. За то, что вы со мной, за то, что вы подписываетесь, за то, что вы ставите лайки, пишите всякие классные комментарии, которые меня очень сильно поддерживают и мотивируют снимать дальше. Я очень по вам соскучился. Эта неделя была такая сложноватая. Я то выздоровлю, то заболею. То заболею, то выздоровлю. В общем, как там говорится? Загадаем желание. Все, есть, готово. Говорить не буду. Дуем свечи. Ага! Угу. Так, колбаска, наверное, поджарилась на этих алюминиях. Нет. Чуть сдул, короче, на колбасу этого. Парафину. Ну-ка, она холодная, быстро остыла. Ну, ваше здоровье. Зинь. Ой. Очень я зимой болею, особенно Москва, для меня климат не подходит. Ой, борщец какой. Сметаны прям. О, горяченький. Зеленью. Капусточка квашена. На десерт лохат лукум. Лохат. Лохат лукум. Бочек наваристый. Слов нет. А чё? По-простому.
А что выпендриваться, да? Праздничный борщ, торт колбасный. Настроение отличное. Чесночок. Сала не хватает, копченого и такого, да? Ну ничего. Что-то мне не нравится там хлебушек. Огненный. Ну, он полежал, не знаю, может уже подсох. Ни минуты покоя, ни секунды покоя, ядрить твою. С черным хлебом кайф. Тем, кто на диете, опасно смотреть. Ну или наоборот, в кайф. Посмотрел на меня и как будто наелся. Да? Густой, густой. О, перчик острый. По-нашенски. О, копченые динозавры. Да ну ее, эту диету. Остренького. Надоели вы звоните без конца.
Косточка. Так вот, хлебушком. А кто-то настырный там, а? Рахат лукумчику. Да что ты? О. Давно я его ел. Что, наверное, в детстве. О! Упала. Не добил колбасу, блин. Ничего такая. С рахат лукумом самое то. Зверский аппетит. Бля. Бляха-муха. Рахат с колбасой. Встретились и дерутся там. Шо, аж кашляю. О, хорошо. Фу. В общем, вот такие дела. Всем спасибо, приятного аппетита. Дальше. Ага, работаем. Гудывник, в общем, категорически. Всех обнял.